Умылся, Чиж. Ага. И причесался. Ага. А, как всегда, пятернёй. Сойдет и так. Сойдет и так? Угу. Сойдет и так была злая волшебница. Ты же знаешь, какая у нее была любимая поговорка. Не будь я злая волшебница, сойдет и так. Если все это вам так сойдет, в общем, все это неправда. Нет, так вам это не сойдет. Мам, смотри, что это? Жильный кварц. Правда похож на доктора наук в сверкающей мантии? Папа, что это за камень? Кремень. Когда-то с их помощью высекали огонь. И ружья делали с курками, в которые вставлялись кремни. Поэтому все кремни ужасно важничают. И это поди думает, что он не иначе, как генерал-минерал. Не морочь ребенку голову. Кремень, как кремень. Люди должны видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. И вообще поторапливайся, я тебя жду. Можешь идти. О, а вот этот самый лучший. Посмотрите, какой кругленький и гладенький. Как разжиревший принц. Ох, мама, мама, фантазерка. Обыкновенный булыжник. Правильно. Геологи серьезные люди. И они не должны рассказывать детям сказки. Посмотри. Бурый железняк. Угу. Надо будет вверху и ручья заглянуть. Он некрасивый. Зато из него выплавляют железо. Где мой молоток? Кстати, он тоже железный. А что? Меня сегодня опять не возьмут? В следующий раз. А вы сегодня поздно. И что это мы за люди такие? И всего-то мы боимся. Ты же знаешь, в лагере всегда остается дежурный. Посмотри, какие колокольчики. Ну и что? Кстати, вот твой молоток. Благодарю вас. Им бы сейчас звенеть, а они молчат. Почему? Скромные. Добрый день. День-день. Какое волшебное утро. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь часов. Это не часы, это кукушка. Волшебным утром могут происходить всякие волшебные вещи. Посмотри. Ой, мамка, какая ты у меня. Ну, это пока не я у тебя, а ты у меня, посему слушай и повинуйся. Во-первых, почисть ботинки и почини свой плащ. А во-вторых, прибери и подмети. В-третьих, ты еще долго будешь возиться? Папа? Кстати, не забудь свой молоток. Не забуду. И залей костер. Сойдет и так. Сыро. А-а-а, сойдет и так. Не будь я злая волшебница, сойдет и так. Если это тебе так сойдет. Я больше не жду. Но я поброжу тут неподалеку. Доктор Кварц, принц булыжник, фантазерка ты наша. Девочка, девочка, нам скучно без дела. Очень скучно, подбери нас, пожалуйста. Подбери, мы же сказочные. Глупости какие-то.
Мы проходим сказки по литературе. Это приобщает к мировой культуре. А на самом деле сказок нет на свете. Мы-то это знаем, мы-то это знаем, мы-то это знаем. Мы уже не дети. Ладно, сойдет и так. Сказкам верят только маленькие дети. А на самом деле сказок нет на свете. Волк бывает только самый настоящий. Даже в зоопарке волк не говорящий. Добрый день. Добрый день. А вы кто? Как бы это вам объяснить? А вам не кажется, что все красивое и доброе на земле должно звенеть? А колокольчики добрые? Конечно. А они не звенят. А вы попробуйте, прислушайтесь. Слышите? Да. Я мастер звон. Это хорошо. Извините, почему вы такой маленький? Нельзя же быть выше того, с кем имеешь дело. Просто сказка. Конечно. Слышите? Что это? Это зазвенело ваше заветное желание. Ну, какое? А говорить об этом нельзя, потому что это секрет. Конечно. Ну, что же все-таки надо сделать, чтобы мое желание вдруг исполнилось? Вы должны дойти до конца сказки. До самого конца. Опять сказки. Я-то думала, вы и правда мне поможете. Помогу. Я вас выведу на большую сказочную дорогу. Если вы не струсите и не передумаете, вы сможете загадать одно желание. Одно. Но путь будет нелегкий. И главное, что злая волшебница сойдет и так. Как вы сказали? Сойдет и так. Ее любимая поговорка. Не будь я злая волшебница, сойдет и так, если все это вам так сойдет. Совершенно верно. Все это неправда. И вас нет на самом деле. Как нет? Ведь вот он я. А вот нет и все. Чи! Будьте здоровы. Спасибо, но перестаньте пылить. Вы не мешайте подметать. Как же я могу вам мешать, если меня нет? Кажется, вы все-таки есть. Хорошо. Я попробую дойти до конца сказки. Может быть, ты все-таки наберешь полную? Сойдет и так. Как хочешь, но смотри, злая волшебница рано или поздно тебе это припомнит. Еще плакать будешь. Все, пойдем. Пойдем. Какая замечательная девочка! Пальто в порядок приведу, а завтра снова упаду. А если так, а если так, сойдет и 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 так, и так, сойдет и так. В земле лежали мы пока, и отлежали все бока. Размяться нам порым пора, сойдет и так, уры-мура. Ури-мура, 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 ура! Кремень поставит вам синяк, улыжник тоже не пустяк, и даже кварц-интеллигент сойдет в решительный момент! Сойдет и так, сойдет и так, сойдет и так, и так, сойдет и так, сойдет и так, и так, сойдет и так. Замечательная девочка, но девчонка непростая. Она, с одной стороны, наша. Пока она все делает тяп-ляп, пока она произносит эти дорогие моему сердцу слова «Сойдет и так, я самая сильная волшебница на свете». Но как только она дойдет до конца сказки,
и даст. Честный волшебный никогда не говорит, сойдет и так, все, моя власть кончается. Какой ужас. Надо. Что надо? Надо что-то делать. Очень четкая мысль. Возвожу тебя в чин генерала-минерала. Тогда меня тоже в кого-нибудь возведи. Я хочу быть королем. Нет, нельзя, ты же меня слушать перестанешь. Я тебя возвожу, а я тебя возведу. Принцы. Меня уже возвели сегодня в принц. А, ну тогда сверх того я тебя назначаю своим племянником. И же отлично, у меня племянник принц. Так, а ты что? Ты что, тоже в кого-нибудь возведенный, да? Я кварц, доктор наук. И меня очень ценят во всех областях науки. Так, ну вот будешь мне верно служить, и я тебя тоже кем-нибудь назначу. А пока назначаю тебя головой принца-племянника. Согласен. И в таком случае у принца-племянника сразу появилась блестящая мысль. Какая? Установим контакт с Железняком. Нельзя. Он вечно лезет драться, и мне придется сыпать искрами. Вы темный человек, хотя и сыплете искрами. Пока он бурый железняк, он драться не будет. Да ладно, бурый, да? Не бурый, приведите его. Есть. Милай, вас просят. Что-то, ребята, мне не по себе, слабость какая-то, а душа наружу просится. Ну, а ты положись на нас. Да. Тарам-тури. Ой, нехорошо. Гайрура. О, спирт геологически пригодится. Тарирурурурура. Парарурурурура. Пора. Все разбросано. Так, хорошо. Парирура. Подберем. Да, коробочка. Такое позади то, что получилось. Что такое впереди то, что не случилось. Ты, песенка, чудесенка, меня вперед веди. Куда как интереснее, намного интереснее. Гораздо интереснее все то, что впереди. Так, все тут, отлично. Отправляемся немедленно в погоню за девчонкой. Главная задача. Главная стратегическая задача. Повторяю, главная злодейская задача. Не допустить ее до конца сказки. А мне зачем идти? Я ведь пользу должен приносить. Ой, ну и принесешь. Жизнь за пользу, если принести некому. А тут я, мне и принесешь. Идем, идем! Забивай твердокаменные! Для драки камни хороши, мы будем драться от души. Размяться право нам пора, нам право, нам урым, ура! Урым, ура! Урым, ура! Урым, ура! Сказочная, обыкновенная дорога. Зато она проходит через самые разные сказки. Здравствуй! Ворона. Садовый участок серого волка. Неграмотного. Смотри, заяц. Ой, мой любимый волк из фильма. Ну, заяц, погоди! Вот видишь, что делается? Этот хулиган, заяц, каждый день прибегает ко мне и дразнится. Разве приличный заяц так поступает? И меня же обвиняют, что я плохой. Насочиняли про меня всяких сказок. А вы простите, не красная шапочка? Нет, нет, что вы. Жаль.
А то бы вы подтвердили, что я никогда не ел ни вас, ни вашу бабушку. Все волки хулиганы! Правда! Правда! Вот, пожалуйста, на вид приличные птицы, а на самом деле сплетницы! Неправда! Вот ведь как клевещут. Докажи теперь. А вы верите, что я хороший, что я не ем бабушек? Конечно. Вы самая хорошая девочка на свете. Можно я пойду с вами? Пойдемте. Спасибо. Вашу лапу. А вот тут мы пробуем звоны для весны. Лариса, делай свое дело. Но весна-то прошла. Для будущей. А это что такое? Это звоны весеннего ветра. Волнуешься? Это наш композитор, лесовичок. Когда начинать будете? Сейчас начинаем. Почему он дирижирует, а музыки нет? Все так хорошо звучало, а вы все испортили. Что испортила? Симфонию. Да какая же симфония? Поют птицы в лесу, вот и все. Тебе надо было бы извиниться. Ну да, стану я перед каждым мальчишкой извиняться. Сойдет и так, сойдет и так. Сойдет и так, сойдет и так, сойдет и так. Здравствуйте, звоночек. Здравствуй, хозяюшка. А где же все твои работники? А вон на озере купается. Мы уже все летние звоны на места отправили. Вот. А это последние. Послушайте, как они хорошо дзынькают. Жарко, как у вас тут, однако. Вот, звоноч, вот полюбуйтесь на нашего лодыря-дождевика. Опять к нему за звонами дожди идут. А он? Да вон он сидит себе, тюкает по одной капельке. Пойдемте искупаемся, жарко. Пойдем вместе, я тоже люблю купаться, а у тебя-то особенно. Бежим, пошли. Дождь им нужен. Ты что делаешь? Ну, будет вам дождь. Ты что? Чего ты хочешь? Так нельзя! Можно. Сойдет и так. Вам нельзя доверять, молот. Уходите. Я не смогу провожать вас дальше. Звоны дождя нужны земле. Но я дам вам надежного проводника. Хорошо везде учиться надо. У природы лучше, чем везде. Потому что должен быть порядок. Даже мне. В неожиданном дожде. Чистая струйка, прискочи-ка сюда. Капля день, капля дом. И у капель различная том.
волка через наше царство. Камрадит на ковры по облику, но у них различный звук. Динь-дон, динь-дон, динь-дон. С удовольствием. Танцуйте за мной. Эй, там, наверху, в коротких штанишках. Ну-ка, быстренько говори, проходила тут такая страшно некрасивая девчонка. Здесь проходила одна девочка, но она была красивая. Она была вместе с мастером Звоном. Это они, за мной! Осторожнее, ребята, ну разве так можно? Вот они, наши осенние звоны. Ну, угощайтесь. А мне? А разве волки едят арбузы? Посмотрим. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Девчонка наверняка здесь, вперед! Ой, какой холодин! Ага, имеется кое-какой барахлишко. Вы что-нибудь ищете? Чё тебе надо-то? Что любопытно, Варваре нос оторвали. Чего? Чего? Варваре? Варваре оторвали? Варваре, может, оторвали, я сама кому хочешь оторву. Чего так вот, сейчас вот... Не надо. Вот, ну. Как же я без носа-то буду? А вот так вот. Сойдет и так. Ой! Ой! Вот что делается, а! Культурные люди! Зима, можно сказать. Ах ты, матушка, зима! Ну и сморозила. Ничего, не будь я волшебница, зайдет и так, если вам сойдет. Позавидовал, да? Всю мою красоту извела. Ла-ла-ла-ла. Ждите. Ждите меня в предморозильнике. Будьте наготове. Небудь я сойдет и так, если нам все не сойдет. Дай инструмент положить. Мариночка, это кто к нам пришел? Ты ж моя золотая. Ты ж моя пуси. Здоров, дед. Привет, серый. Извините, нам надо с Мариночкой поговорить по секрету. Слушай, я тебя так ждала. Ну, в чем дело? Но я вас не знаю. Хотя что-то в вас мне кажется знакомым. Так мы же с тобой совершенно одинаково смотрим на жизнь. Слушай, ты не будь дурой, оставайся здесь. Колокольчики и бубенчики, сплошной звон, тройки, никаких уроков. Ты представляешь? Все это хорошо, но я должна дойти до конца сказки, чтобы исполнилось одно мое желание. А вот если ты хочешь дойти до конца сказки, то знаешь что, надо немедленно вернуться в лагерь и нечего болтаться по всяким сказкам. А я тебе в этом помогу. Клянусь. Не будь я великая волшебница, сойдет и так. Как? Помогу.
Как вы сказали? Нет, я обязательно дойду до конца сказки. Ну, Тимофей, я тебе поклялась. Я тебе покажу, как по сказкам бегать. Держи девчонку. Давай сюда. Растерзаю! Отступаем! Вперед, неродёбы! Пустой породы. Ну, сейчас мы его послушаем. Да, давит что-то. Вот видите, душа у него хорошая. Пропустим мы его через печь, и будет он не бур-железняк, а железный человек. Должны расстаться. Может быть, тебе не идти дальше? Злая волшебница тебя так просто не оставит. Нет, мне потом будет стыдно. Если я испугаюсь, поверну обратно. Конечно, она не одна, я пойду с ней. А можно и я пойду с вами? Конечно, большое спасибо. Вот, возьми. Стоит тебе только зазвонить в этот колокольчик, как все твои друзья сразу прибегут и кинутся тебе на помощь. Я добрый-предобрый фея старинных чудес. Ой! Ну, да чего люблю я добрых фей? Так, прекрасно. Так. Ну, раздевайся. О, что вы? Простите, мне не жарко? Тихо, 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 только, тихо, только, быстро. Все свои раздевайся. Что ты делаешь? Тут же сыро. Ты сразу заржавеешь. То есть заболеешь. Садись на мой хвост, он очень удобный. Да не надо. Сойдет и так. Сойдет и так. Вы слышали? Ух ты, мой миленький! Силы наши удестеряются! Девчонка близко! Пора все-таки идти, а то мама с папой беспокоиться будут. Жаль, что тебе нужно самой дойти до конца сказки. А то бы я тебя мигом, как мой дедушка Иван-Царевича, да еще с Аленушкой, двух мчал. Вот это были волки.
Пошли. Чего дерешься? Я тебе покажу! Я тебе покажу! Волк! Волк! Все! Я стою здесь и задержу их! Что а за глупости? Идите? Это мы их задержим! Это же нечестно, что вы погибли из-за меня! Да кто ж собирается погибать? Кто из нас железный, ты или я? Ну ты! Все решено, я стою здесь и раскрошу эти камушки и догоню вас! Ну, мое слово железное! Волк, уводи эту непослушную девчонку! Так, скорее! Бежим! Ну? Ой, упал я. Эд бывший наш, бывший бурый железняк, железного переплавили, но мастера. Ой, сейчас я его обману. Он тебя узнает. В таком виде меня мать родная не узнает. Ой, ну что ты боишься? Я ж с тобой драться не собираюсь. Железо. О, настоящее железо. А вы кто? Я? Я фея старинных чудес. Напейте. А вы добрая? Ой, ну как же феей может быть злой? Я добрый-предобрый. Я тебе хочу помочь. Ты вот стоишь? Стою. Мост охраняешь? Охраняю. А в это время сойдет и так. Под мостом реку-то переплывает. Где? Вон, смотри, вон. Вон. Вон она. Привет, золотой рыбки. Ты кто? Я чистая струйка. А вы ранены? Да. Ничего. Я сейчас омою все ваши раны, и вы быстро поправитесь. Не надо. Я заржавею. Я уже заржавел. Простите, пожалуйста. Я не знала. Но как же вы свалились? Меня провели так, как будто я еще бурый. Ну почему меня не закалили? Девчонку окружай! Ты чего? Ты чего? Погладь меня против шерсти, чтобы она встала дыбом! Ребята! Вперед! Это мое дерево! Попалась! Не поймаешь, не поймаешь! Поймаю! Поймаю! Расцвет, расцвет! Да. Хоть бы ты себе все лапы переломал, нахал серый. Ты что, обалдел? Не знаешь, кто я такая? Ты что? Мы волки темные люди, в лесу живем. Откуда нам знать всех в лицо? Привет! Куда? Ну, о, не съешь же ты меня! Учти, я из Красной Шапочки! У меня опыт насчет бабушек! Устраивайте. Все, пока я здесь, они никуда не денутся. А ты беги к концу сказки, скорее! Постой, сколько же тебе придется ждать? Ты же проголодаешься. На, на, возьми. Нет, нет, тебе самой пригодятся. У кого волчий аппетит? У тебя или у меня? Все. Зверюга. Что делать-то будем?
Это волчищ тут прочно устроился. У его высочества есть блестящие мысли. Я высочество. Значит, у меня какая? Пусть кремень превратится в камень. Ну-ну. Упадет волку на голову и убьет его. Во мысль! Ну. Совершенно не блестящая мысль. Почему это я должен падать? Пусть булыжники падают. Ты немедленно превращайся, да и падай. Не буду. Я кремень. И слово мое кремень. О, это верно. Кремень. Тогда пусть падает принц булыжник. Нет. Фу. Помощнички, чего вы боитесь? Камень же волк съесть не может. Но обслюнявить чуть-чуть и все. Эджи потерпеть можно. А девочка, между прочим, уже далеко, пока мы здесь сидим, как птички. Ах ты трус, паршивый доктор пустых наук. Я попрошу. Немедленно падать! Мимо. Ой-ой, что-то мне нехорошо, что-то мне нехорошо, что-то мне не весело. Позвоню-ка я в соседнюю сказку. Старинную, страшную. Ноль. Два нуля. Ноль. 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 Будьте добры, людоеда. Да! Соседушка-людоедушка. Ну? Это я. Злая-призлая волшебница идет и так вас беспокоит. По большой сказочной дороге девчонка идет. Так вы это, в полном смысле, можете ее скушать. Она как раз приближается к вашим владениям. Толстая девчонка-то. Ну, это уж как вы сами определите. А храбрые? А вы встретитесь с ней в темном-притемном лесу, и чтоб, знаете, это филины ухали. А это зачем? Ну, вот так полагается. Приятно вам это, в полном смысле, аппетита. Мерси. Волк, иди, я тебе уши оборву. Гуляешь. Гуляй, гуляй, серый, пока есть возможность. У меня-то есть, у тебя нету. Ой, у тебя тоже скоро не будет. Как у вашего железного человека. Лежит он бедненький, на дне речки ржавеет. Наверное, в металлолом придется сдавать. А тебя я в зоопарк сдам. Да, я уж позвонила. Вон телефон, ты видишь? Все, уже едут. Алло, алло, он тут. Лиса похитрее тебя врет, а ты вовсе ворона. Ответь ты мне, волк, на один вопрос. Вот я так сижу и думаю. Небось, плохо в клетке-то, а? Ха! Ой! Эй, ты чего? Щурись-то. Ну, глянь! А я тебя видеть не хочу. Тссс! Дитё! Ну-ка, открой глаза и глянь, какой я страшный. Пожалуйста, я вас нисколько
Я стою, как гора, и я кричу: мне ура! Кто же сладит с горой? Мне ура! Я герой! Ты тут танцуешь? А между прочим, туда уже бегут мои друзья. Волки и железные люди. Хватит врать-то. Пока твои волки прибегут, я тебя уже съем. Человек, на обед. Это польза, не вред. Обожаю людей. И я других, и не худей. Прекратите, вы находитесь на общественном месте. Это вам дорога не для танцев. И вообще, убирайтесь отсюда, я тороплюсь. Противная. Торопиться тебе нет смысла, хоть ты худенькая. Ты не толстая, да, ерунда, не беда. Мне и тощих тащи, пригодятся. Ха, на щи. Худобу, я твою перевариваю. Я герой, мне ура, мне обедать пора. Ты не людоед, а ты обыкновенный хулиган. И пусть я умру, но я сейчас тебя разорву! Что ты? Ой! Сойдет и так, сойдет и так, сойдет и так, и так, сойдет и так. Алло? Ты что? Ты что мне подсунула? Это еда, да? Это девочка, да? Это ведьма! Так я что хочу сказать-то? Да с ней никто не справится! Я еле ноги унес, она никого не боится! Гадина! Фу! Пусть думаешь, нас разъединили. Алло! Какую подлость ты задумала! Твое счастье, что с Мариной ничего не случилось! А теперь я тебя буду караулить, пока ты от голода с дерева не свалишься! Ну-ну, да ты чего телефонный разговор ты подслушиваешь? А я не подслушиваю! У меня просто волчий слух и аппетит! Вот тебя съем и за людоедом побегу! Людоеды волков не едят, а волки людоедов запросто! Ой, да я же вот же я же худенькая. Меня нельзя есть, я жесткая. Меня можно есть только с вареньем, а варенье ты не ешь. Ничего, без варенья. С волчьими ягодами съем. Ой, ты что? Сойдет и так. Как говоришь, сойдет и так? Ну, так бы сразу и сказал. Выходи скорее, огонь! Только чур меня не тронь! Крика, крака, брат! Сойдет и так! Помчишь в страну клея и сожжешь всю! Ты что, с ума сошла? Царство клея? Это конец сказки. А если у сказки не будет конца, девчонка до него никогда не дойдет! Ну и негодяйка ты! У меня необузданный жар, я и доменщик, я и пожар. Я полезен, когда я костер, но порой на язык и остер. Держите меня в руках, я согрею ваш дом и спеку вам пирожок. Но держите меня, чтобы я в попыхах чего-нибудь не поджег.
готов поработать в печи, посветить заплутавшим в ночи. Но когда я сержусь от меня, разбегаются, как от огня. Держите меня в руках, я согрею ваш дом и спеку вам пирожок. Но держите меня, чтобы я в попыхах чего-нибудь не поджег. Огонь! Прогони волка! За что? Вот за что! Керосин! Керосин! Спирт! Геологический! Для особых случаев! Горит! Не хуже керосина! Лови! Что? Ты же сделал железного человека железным. Ты сам полезный. Ну, иди сюда. Иди. Ты. А теперь в страну клея, как молния! Вот он я. Зачем пожаловали к нашему ручью? Хочу отразиться. Это почему? Когда был костром, отражался. Были костром, отражались. Напрасно. На что было смотреть? Как суп на меня лился. А здесь все царство клея. Все царство спалить велели. Нет, этого ты не сделаешь. Увидишь. Не верю. Вот посмотришь. Слечу и сожгу все царство. Сожгу, сожгу, а я дождь нашлю. Я ужасен, я опасен, обожжешься только трон. Как прекрасен, красен, красен разгулявшийся огонь. Я смиряться не желаю, мне приятно бушевать. Я пылаю, а на воду наплевать. Языки мои пляшите, я на всех иду войной. Никакой огнетушитель не управится со мной. Я разгневан до предела, что мне надо, надо мне, чтоб немедленно сгорело все на бешеном огне. Как ты догадался меня здесь искать? Я не думал тебя здесь искать. Я хотел искать тебя под водой. Сойдет, ты так сказал, что ты там ржавеешь. А какая разница, там или здесь? Все равно проржавел весь насквозь. Ой. Рук ног не согнуть. Как я теперь к Марине на помощь побегу? Тебе хорошо, ты мигом домчишь. О, у меня есть лекарство. О, бутерброды с маслом. Сейчас я тебя помажу. Да ты что? Дай сюда. Это же внутреннее. СМ. Сливочное масло. Воды. Струйка.
Воды. Сейчас, сейчас. Погоди. Еще. Еще надо. Иначе мне не подняться. Я не наполнила флягу. Я думала... Со! Я думала, что хватит воды столько, сколько там есть. Ну, не плачь. Я знаю, что надо делать. Потерпи. Что такое? Что такое? Все слышали со? Со. А где же идет это, а? Почему эта дурацкая механика замолчала? Возможно, батарейки сели. Куда сели? Найти и привезти. Никуда. Это такое научное выражение. А-а-а. На никуда садиться нельзя. Это же надо! Одно со осталось! Ерунда какая-то получается! Проклятая машина! Вот это да! Это что? Это что, он тоже научно улетел? Нет, совершенно не научно. А я знаю, он улетел сказочно. Сейчас вы у меня все сказочно полетите. Сейчас. Сейчас вы у меня будете лететь, сверкать и радоваться. Мы должны поймать девчонку в царстве клея, пока она после со вместо идет не стала говорить весть. Какая весть? Совесть. Ложись. Не сжег. Нет. Стоит царство клея, как новенькое. Но огонь. Это тебе так не сойдет. Спирт выпил, ничего не сделал. Нормально. Ладно. Нормально. Так, правильно, нормально. Как только девчонка подойдет к этому дому клея, так. Мы врываемся следом и заклеиваем ей рот. Тогда ей в жизни не произнести, да и чистое вообще не. Приближается! Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где конец сказки? Мне очень нужно скорее туда. А разве что случилось? Я должна спасти чистую струйку. Мне очень, очень нужно, чтобы поскорее пошел сильный дождь. Дорога к концу сказки проходит через царство клея. Сюда, да? Сюда. Альят. Как хорошо. Как хорошо. Дождик соорганизовали. Огню теперь сюда не добраться. А кто это? Да. Главный мастер их клей. Все они тут мастера. Клеят, клеят, клеят. Все клеят. Все, что разбилось, поломалось. Мастера. Посуду, здоровье, дружбу. Я должна вернуться к чистой струйке. Я сейчас побегу обратно. Я ее там одну оставила. Ты спасла ее? Нет. Она была такая слабенькая. Вдруг она не смогла подняться. Мне надо ей помочь. Но я пойду. Куда же ты? Как куда? К струйке? Я же для нее дождь задумала. А вдруг там дождя нет? Извините, но мне надо идти. Что же это? Очень просто. Ты вошла и вышла обратно. Значит, желание не сбывается. Да,
Ну что же с волком, что со струйкой и железным человеком? Они же все там остались. Это можно узнать только в конце сказки. Ну хорошо. Да нет, это надо прекратить. Может, стрельнуть? Да. Ты что, Полыга? А? Ну, катись за огнем. Найдешь его по горячим следам. Так, как только войду, за ними. Да. Хорошо везде учиться надо. У природы лучше, чем везде, потому что должен быть порядок даже в неожиданном дожде. Я тоже любила играть в куклы. Ну ладно, пойдем дальше. Я ведь должна дойти до конца сказки, как можно скорее. Наши мастера. Ой, это, наверное, резиновый клей. Правильно, мастер резинового клея. Ну, а это? Не знаю. Мастер конторского клея. Радик. А, знаю. Это такой старинный клей. Заслуженный столярный клей. Получите. Будьте добры. Спасибо. А вам придется потерпеть. Ваш мастер очень занят. Он приклеивает руку одному очень неосторожному мальчику. Работа сложная. Нужно склеить каждую клеточку. А у вас только ушко оторвалось. Скажите, а может такое случиться, чтобы еще одно желание, не то, которое я загадывала, когда ваше царство входило, а то, из-за которого вообще сюда пришла, чтобы оно тоже сбылось? А что ты поначалу загадывала? Я загадывала, чтобы быть похожей на своих родителей. А разве ты не похожа? Ой, нисколько. Я ведь трусиха. Мама с папой геологи. Они все, что ищут, находят. А я ничего не довожу до конца. Сюда нельзя. В чем дело? Почему нельзя? Я здесь сидела. Спросите у народа, что вы говорите. Вон моя очередь первая. Подробности письмом. Что говорит-то? Подробности письмом. Ты моя золотая, ты мне сестра родная. Ты мне вместо матери, слушай. Что нам надо склеить? Что склеить? А, склеить. Ну да, склеить. Прекрасно. Что ты? Ты знаешь, мне склеить? Я тебе сейчас скажу, у меня этот... Подожди. Ну, этот. Ну, как? Нож. Да нет. Ай. Да вот он, нос. Ты понимаешь? Слушай, подруга, мне одна нахалка, понимаешь, оторвала нос. В полном смысле. Ты представляешь? Хотя мы с ней даже совершенно не знакомы. Что делать-то? Ну, подождите что ты? Там. Да господи. Будете затем гражданином. Ну, о чем разговор-то? Я буду сидеть сколько хочешь. Ребят, расселся, понимаешь? Все нормально. Все свои. А у вас что? А это мои сродственники. Близкие мы, родные. Брательник, свояк. Они меня сопровождают. Ввиду моего очень ужасного состояния. Не могу говорить. Отдохните. Садитесь, ребятки. Ну, кресло, мебель не ломайте. Ребят, ведите себя культурно. Это для слез. Придется подождать. Слышь, у тебя что болит-то?
Че болит? Ушко. Ушко. Что ты, ушко-то? Ушко-то это хорошо. Да. У меня, вот знаешь, носик. Да не вертитесь же вы. Дайте клею просохнуть. Да я сама тут вся высохла. Говорят, вам сойдет и так, как есть, и все. Пустите. Да пустите. Может быть, вся жизнь моя сейчас решается. Она что, ненормальная? Оставайся Сейчас расплавлюсь. Наконец я закалился! Огонь чуть тлеет, ну плевать, сойдет и так, сойдет. Еще мне есть где погулять. Жива, жива, сойдет и так. Жива, жива, сойдет и так. Вперед! Домой! Скорей! Костер.
этого волка, мне же на этой ветке сидеть неудобно. Ой, сдувает, сдувает! Ничего. Советую вам повторять за мной. Даю. Честное, волшебное. Марина, не говори! Даю. Честное, волшебное. Никогда не говорить сойдет и так. Ой-ой-ой, из-за этой девчонки погибаю! Что такое позади?